Всех приветствую, дорогие друзья. Нахожусь в шопинг-центре недалеко от города Торонто, в пригороде. Идем в магазин Levi's. В этом самом магазине, в этом помещении когда-то был магазин Massimo Dutti, который здесь закрылся. Вместо него открылся Levi's. И мы идем посмотреть, что у них есть. Здесь есть мужской отдел, женский. Давайте попримеряем джинсы. На мою фигуру груша. Магазин Levi's, магазин не дешевый. Но вот смотрите, например, $138 стоят просто вот такие вот рваные черные джинсы. Так, что здесь у нас? Классические 501 или это не они? Так все красиво сложено, прям даже неудобно хватать и рушить здесь все. Я такая дурная, мне всегда очень неудобно. Вот когда все так красиво уложено, мне очень неудобно вытаскивать что-то, разбирать. Ну, вот такой вот я. Вот такой вот я покупатель. $128. Девочки, вы вообще помните Levi's и Wrangler? Это были классические два названия, которые мы впервые услышали, когда вообще мы узнали о существовании джинсов. Ну, у нас в Беларуси, во всяком случае, так было. Пальто красивое. Здесь не только джинсы, видите, 298. Очень симпатичное пальто в клетку. Очень ничего. Музыка гремит, не знаю. Так, вот это классические 501. И они у них стоят... Сейчас я найду цену. Ну, в общем, если не найду, то потом вам скажу. Классические 501 джинсовые рубашки черные. Вот такие джинсы. Это у нас... Что это у нас? Тоже 501, только другого цвета. Смотрите, нету цены. Нигде я не вижу их цены. Страшный секрет. А, вот, 128. Короче, они все здесь стоят $128. Есть вот такие футболочки с котиками. Джинсовые рубашки. Тоже классические Levi's на кнопочках на их. Прозрачных таких. Во всяком... Так вот, я начала рассказывать, почем рубашки. $98. Я начала рассказывать, что когда-то у нас в Беларуси, когда только появились джинсы первые, которые привозили откуда-то из-за границы, это были две фирмы, Levi's и Wrangler. И еще какие-то были, по-моему, итальянские. Но я не помню название. Это была мечта каждой девочки. Так, у них есть здесь ремешки. Шляпы, даже пледы вон они стали продавать, футболки, в общем. Thank you.
Привет, друзья мои, я в примерочной в Levi's. Я вам кое-что там поснимала на входе и решила примерить несколько пар джинс. Четыре пары я принесла, классические 501 и несколько пар другого фасона. Ну, я показываю себя по просьбам моих зрителей. Сегодня особо смотреть мне не на что. Я вся вот вдохновилась полосатыми вещами. Сейчас очень в моде. Я вся такая, видите, полосочка с полосочкой. Украшение у меня, кстати, из арочки. Прошлогодние, по-моему, или позапрошлогодние. Вот такие вот интересные, видите? Классные такие. Два набор таких бус. Бус такие. Они в наборе продавались. Новое кольцо у меня, кстати, вот хотела похвастаться. Классное. Много камушков. Видите, какое? Новый маникюр, в общем, короче. И джинсы на мне. Я специально надела джинсы, потому что я хотела примерить джинсы. И вот я в них немножко потерялась на фоне тех джинс, которые я принесла. Такая примерочная, интересная. Немножко баню напоминает мне. Видите, какая классная. Но такая маловато будет. Мне интересно, как мне себя здесь лучше снимать, чтобы вам было лучше видно. Ну ничего, мы что-нибудь придумаем сейчас. Так, я нашла какое-то боковое зеркало, в котором меня лучше видно. Очень хороший фасон и крой. Это 501 классические джинсы Levi's. Сидят они отлично, на мой взгляд. Хорошая длина, хорошая ширина. Как раз мой размерчик. Ну, это совершенно такие классические прямые. Видите, они не низкие, они не суженные, они не клешные. Это классические джинсы, вот без всяких дырок, без ничего. Вот совершенно вот такие вот джинсы должны быть. Без всяких затей. Довольно высокая у них посадка, высокая талия, классная. Мне очень нравится. Я сейчас уберу все свои кофты, чтобы вам было лучше видно. Попробую снять себя сзади, но у меня всегда это очень плохо получается. Надеюсь, что вам видно. Вот так они сидят сзади, очень классно. Супер. Еще вот так снимусь, чтобы была совсем полная картинка. Надо снять мою кофту, она только мешает обзору. Ну, живот у меня торчит, живот у меня всегда торчит. В любых джинсах что делать? Куда его подевать уже этот живот? Просто надо чем-то прикрывать. Желательно какими-то вот кофтами подлиннее. Вот такие вот джинсы. Итак, я повторюсь, это классические 501, оригинальные они называются, оригинал. Это был размер 30x30, и стоят они, по-моему, 128, если я не ошибаюсь. Я где-то видела цену на них, еще когда в зале снимала. 118. Они такие же дорогие. Единственное, что у них вот нету замка здесь, а есть пуговицы. Но это Levi's джинсы, они как бы этим и отличаются. Тем, что у них всегда пуговицы вот здесь. Ну, почти всегда, во всяком случае, почти во всех моделях. Так, эти тоже на вид сидят неплохо, но они мне, конечно, маленькие. Это я взяла на размер меньше, и плюс они на низкой посадке. Я решила попробовать взять на размер меньше, и они короче, видите, это 29-29. Эти были 30-30. То есть длина 30, ширина 30. У этих ширина 29 и длина 29. В принципе, длина мне нормальная. Это я на каблуке. Если я каблук сниму, так будет и ничего. И я вам хочу сказать, что джинсы обычно, они очень растягиваются. То есть, вот то, что они мне сейчас прям так плотно-плотно, я их с трудом застегнула, но я думаю, что если посидеть в них один день на работе, целый день, то они не будут такими маленькими. Я думаю, что они растянутся. Вот так они сидят на мне. В принципе, неплохо. Немножко узковаты, конечно. Но видите, у них тоже прямой, совершенно прямой крой. Вернее, те такие были прямые совершенно, а эти такие немножко более суженные и более низкая у них посадка. Это не очень удобно, прям я чувствую. И, кстати, у них здесь молния. Вот я сказала, что все джинсы Levi's идут с пуговицами, так вот нет. Эти как раз идут с молнией. И, конечно, неудобно то, что они низкие. У меня бока и пузо вываливается из них ужасно, как, знаете, тесто из тазика. Подошедшее единственное, что потому что на мне это вот футболка, так это не так видно. Ну что, сзади тоже неплохо. Такая
Попа как орех, ну потому что попа очень сжата в них. Прямо ей очень тесно и душно, и тяжело дышать. Поэтому как бы это не очень удобно. Я вот даже в них села, представляете? В принципе, села и сижу, но здесь, конечно, пузёныш вываливается, переваливается. Ой. Да, конечно, это самое... Узковатый мне размерчик маловат. Видите, как они называются? Mid-stride. Вот такое вот странное название. И написано, что они mid-rise. То есть они не высокие, а такой средней посадки. Вот. И размерчик 29,29. И цена на них 128. То есть даже дороже, чем 501. Странно, я думала всегда, что 501 самые дорогие. И вот видите, у них замок, что удобно, конечно. Кстати, решила им снять, вот тут на двери написано, что они делают тейлоринг. То есть, подкорачивают, ушивают. В общем, видите, швейная машинка. Прямо здесь в магазине можно это сделать. И здесь вот такая вот смешная надпись. Написано «You're beautiful today, right now». Типа... Ты сегодня такая красивая, вот прямо сейчас. И сказала это Дженни Форд, фитнес-инструктор. И мама. Инструктор по фитнесу и мама Дженни Форд вот сказала такую фразу. Они ее, наверное, сюда повесили для того, чтобы дамы не очень расстраивались, глядя на себя в джинсах. Что ты красивая сегодня и вообще по жизни. Так, следующие джинсы, значит, это... Ой, давайте я спрячу вот это некрасиво. Они, кстати, на сейле. Это джинсы а-ля 70-е, клёшные, видите, вот такие вот, цвет такой голубой, я не очень люблю, мне не идет, они меня толстят, светлые джинсы толстят меня, дружечки, поэтому я всегда предпочитаю вот такие вот, те, в которых я пришла, джинсы, они тоже такого синего цвета, я не очень люблю вот эти голубые, как бы вот меня, не знаю, не мой фасончик, не на грушу. Не фасончик, вернее, а цвет, а вообще вот клиша, в принципе, мне нравится. И такие симпатичные, тоже 30-30, но они какие-то коротковатые. Мне кажется, что они должны были вот клёшные, должны были быть подлиннее, потому что вот такие клиша, они должны почти что лежать на земле. А 30-й хорошо мне был размер, когда это которые были прямые, а вот такие вот клёшные, они должны были быть подлиннее. Но по ширине, в принципе, они мне нормальные, они мне не жмут, они хорошо сели, единственное, что они... Ну, цвет такой, что он не полнит. А может и фасон полнит тоже. Давайте я вам покажу полный рост. Вот так. Видите, какая я в них большая девочка. Намного больше, по-моему, чем в синих. Так мне кажется. И орех такой в них тоже грандиозный получился. Намного больше, чем в синих. Ну, не так страшно, конечно, но мне кажется, что темные джинсы все-таки на мне лучше сидят. Видите, называются они 70-е, высокие клешные, то есть высокая посадка, клешные, как бы расклешенные сам джинс, и это в стиле 70-х. Вот такой фасончик. Размерчик я брала 30-й, по-моему, да, 30-30, видите, вот здесь стоит размер. И цена на них, они, по-моему, на распродаже 110 долларов, а стоили она тоже 128, ну, не распродажа, а... Издевательство, смех и грех. Вообще почти что никакой скидки толком-то и нет у них. Так, еще одни джинсы черные с дырками. Но мне кажется, что вот этот вот фасон мне не идет. Я уже несколько раз примеряла похожие джинсы, которые вот расширяющиеся прямо от самого верху. То есть не клешные, как те были вот предыдущие, что они расклешаются внизу. А вот они, видите, идут вот так вот расширение, идет прямо сразу вот от бедра. Мне кажется, что я уже где-то примеряла такие джинсы, мне кажется, что они мне вот как-то не очень хорошо. Они как-то меня увеличивают и делают из меня такую тушку. Единственное, что за счет того, что цвет черный, может быть, за счет этого они, в принципе, не выглядят так сильно, что они так сильно меня полнят. Но мне кажется, что вот этот фасон мне плохо. Хотя я люблю брюки, которые клешные внизу, потому что, на мой взгляд, я всегда считала, что как бы широкие внизу брюки, они уменьшают верх.
То есть узенькие-узенькие внизу, они как бы увеличивают, визуально увеличивают ваш сверху. А когда они раскишенные, они типа, по идее, должны как бы вот это все уменьшать. Но нифига подобного. Вот видите, вот эти вот такие большие широкие пляжные брюки, но они прям явно из меня делают такую большую бочечку такую. Хотя и черную. Ну и дырки. Дырки я люблю. Вот, у них, кстати, тоже замок. И, кстати, в этих тоже был замок. То есть пуговицы были только в 501-х. Я не знаю, или я ошиблась, или я забыла. Я почему-то думала, что во всех левайсах почти пуговицы есть вместо замка. Но оказывается, что только в 501-х и практически все. Может, еще в каких-то, просто я не все принесла. Ну и так. Вот такие вот джинсы. Так они выглядят. Единственное, что в них живот не так торчит, как в первых, потому что они как-то более... Или тоже торчит, просто тоже торчит, зависит от ракурса, видите? Если так вот ровненько профиль стоят, то пузиона торчит. А попа как раз не торчит, как раз нормально. Сейчас я себя сзади сниму. Ну вот, и сзади я. Ну тоже ничего так. Неплохо. По-моему, это 30-30. Они тоже могли быть подлиннее. Видите, клешные должны быть немножко подлиннее, чем прямые джинсы. Да, видите, длина, конечно, ну хотя, в принципе, нормально. Вот это 30-й. Ну, видите, вот те были совсем короткие, а эти ничего, так и получше. Видите, как они называются? Baggy Dad, то есть большие джинсы папины. То есть вот они такие широкие, просторные. И вот у них 29-30, 29 размер в талии. В принципе, у меня одни были совсем маленькие, 29, а эти нормальные, потому что они бэгги, они как бы свободные, широкие штаны. И они действительно такие вот от бедра сразу раскрывающиеся. Это, ну, как папины джинсы, типа называются. Папины джинсы стоят, папины джинсы 138. Похоже, что самые дорогие. Папины джинсы, у них тоже молния. Все, друзья мои, такие у нас сегодня были примерки. Напримерялись мы джинс, влезла я в свои, в которых пришла. Мне в них удобно, хорошо, ничего не жмет, не давит. А, здесь очень много, на самом деле, есть джинс всяких разных фасонов, но просто я принесла 4, чтобы так такие, то, что нашла. В принципе, могу сюда ходить и примерять много, еще долго, здесь много есть джинс разных. Все, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. С вами была Дита из Канады. Всем привет. Пока-пока, бай.